Всем привет! Это видео о том, как подключать Bluetooth в магнитоле RCD310 Volkswagen. Значит, в видео, которое я снимал раньше, где рассказывал, как активировать AUX и Bluetooth в этой магнитоле, мне задавали вопросы, как подключиться к Bluetooth. Хочу вас огорчить. Если у вас в машине не установлен блок телефона, то к Bluetooth вы не подключитесь, потому что у вас его нету. Но, как говорится, если очень хочется, то можно. Я купил вот такой вот девайс, который можно подключить к этой магнитоле и через Bluetooth слушать музыку, ну и разговаривать по телефону. Сейчас я вам все покажу. Как демонтировать саму магнитолу, я уже показывал в другом видео. Можете посмотреть по ссылочке в описании. Значит, смотрите, вот сам Bluetooth модуль. Вот его разъем. Он вставляется в штатный разъем магнитолы. Вместо там, где подключается штатный AUX. Значит, вставляем штатное место. О, все хорошо влазит. Значит, вставляем разъем в штатное место AUX. Подключаем минус куда-нибудь на массу. Микрофон я уже проложил по стоечке. Подключил вот в это вот место. Вернее, приделаю его вот на скобочку вот сюда, чтобы потестировать. В дальнейшем, возможно, я его установлю вот сюда, в штатное место, где должен быть штатный микрофон. Сейчас попробуем подключить к магнитоле и посмотрим, как она работает. Для того, чтобы, значит, заработал наш девайс, надо выбирать AUX. То есть можно выбрать или CD, или AUX. Ну, в данном случае надо выбирать AUX, потому что аудиосигнал приходит на вход AUX. Ну, сейчас попробуем подключиться к телефону. Значит, вот телефон обнаружил устройство, какой-то Chilling Car Elite. Подключаемся, устанавливаем сопряжение. О, даже магнитола что-то пиликнула. Ну что, попробуем запустить какую-нибудь музычку. Это уже играет в магнитоле. Вот можно переключать треки. Ну, громкость можно и в телефоне регулировать. Вот он, кстати, показывает, что громкость регулируется в Bluetooth. В общем-то, девайс работает. Если у вас есть какой-то опыт по использованию таких девайсов, пишите в комментариях, как вы довольны, есть ли какие-то проблемы, удобно вообще им пользоваться. Я сейчас немножко потестирую, и я думаю, в конце видео свое мнение сформирую. А сейчас надо еще проверить, как он звонит, кстати. Так, давайте сейчас возьмем второй телефон и попробуем на звонок. Алло. А,
Вот он сразу поднимает трубку сам телефон. Ну, телефон тоже работает. Итак, я уже достаточное время потестировал этот прибор. Сразу хочу сказать, что достоин внимания он. За такие деньги мы получаем практически штатное решение вопроса по подключению телефона к Bluetooth. Легко устанавливается, легко монтируется. Мне кажется, за такие деньги весьма неплохой вариант. Есть, конечно, такие небольшие нюансы. В процессе работы мне пришлось его модернизировать, так как он практически, не практически, а все время был включен. Даже когда выключаешь автомобиль, он был включен. И из-за этого не было автоматического подключения. То есть, когда уходишь из машины, далеко уходишь, Bluetooth теряет связь с телефоном, и когда ты приходишь, он автоматически не подключается. Это во-первых. Во-вторых, ну, он постоянно работал. Не знаю, насколько много он потребляет электричества, но я автомобиль использую практически каждый день, поэтому он у меня, ну, на аккумуляторе никак не сказался. Но если бы, значит, машина стояла хотя бы там неделю, две, ну или пускай месяц, кто-то ж не часто ездит, наверное, вот, возможно, были бы какие-то проблемы с аккумулятором. Значит, я модернизировал разъем. Вот эта вот схема, значит, разъема магнитола. Как я ее модернизировал? Вот плюсовой провод был вот на этом контакте. Вот этот CDX Dower Plus. Я его отсюда снял, так как он постоянно, он вообще всегда присутствует, плюс. И перенес провод вот сюда. CDX Gesch Plus. Значит, этот плюс появляется только, когда магнитола включена. Теперь, когда я выключаю магнитолу, ну или достаю ключ из зажигания, она выключается, то сам прибор перестает работать. Ну и, соответственно, значит, вот сейчас он показывает, что подключен, вот отключился. Я включаю магнитолу на AUX. Значит, вот подключился к магнитоле телефон и играет музыка из Bluetooth. Вот он пишет, что подключен. Я магнитолу выключаю. Все, и телефон отключился от Bluetooth. Значит, при следующем включении, ну, даже вот если радио включено, то Bluetooth все равно подключится. Все, подключился. Надо заново включить его, проигрываться. Ну вот, мне кажется, достаточно хорошо работает. Ну, есть такие небольшие минусы. Ну, я бы даже сказал, это не минусы, а, ну, исходя из стоимости, это, наверное, больше такие неудобства. Значит, во-первых, когда слушаем музыку, установлена определенная громкость, и когда звонит телефон, то звук телефона меньше, чем ожидаешь, чем хотелось бы, и меньше, чем звук музыки. Поэтому приходится ее, звук телефона, увеличивать, а после разговора уменьшает. Далее, еще то, что мне не нравится, так это телефон, когда идет входящий вызов, сразу же снимается трубка. То есть, ну, мы же не всегда хотим ответить, не всегда хотим говорить.
Ну, тем более в машине по громкой связи. Вот. Было бы удобнее, если бы все-таки можно было кнопкой на телефоне ответить. Возможно, есть какие-то настройки в телефоне, в Bluetooth, чтобы не снималось. Если вы знаете, как это сделать, напишите в комментах, потому что я, честно говоря, сразу не разобрался, а потом как-то и руки не доходили до этого дела. Ну, в общем, так. Еще, наверное, такой недостаток, неудобство. Вот эти кнопочки переключения плеера маленькие, и на ходу ими управлять неудобно, конечно. Если бы была возможность на магнитоле управлять треками, было бы удобнее. Но, тем не менее, возможно, какой-нибудь виджет можно установить с большими кнопками, и будет удобно. Я пока этим тоже не занимался. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поддержите канал, подпишитесь, колокольчик нажмите обязательно. Всем удачи, пока.